И доброго времени суток всем, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Узгеймбот. Сегодня мы продолжаем прохождение Marvel Spider-Man от Insomniac Games. В предыдущей серии мы выяснили, что представляет собой фонд Эмили Мэй, который основал Гарри, в который нас пригласили работать. И выяснили также, когда помогали пожарным, что Юрий Ватанабе теперь тоже геройствует, можно сказать, под прозвищем Рейв и борется против этих культистов, насколько я понял. Как она это делает, мы пока не знаем, но уже видели ее костюмчик. Если вы вдруг это пропустили, не забудьте заглянуть на предыдущую серию. Теперь мы будем выяснять, куда делись помощники этого Крейвена охотника. Их отследили Майлз и Ганки, но по следам каким-то. Ну, мусорить-то зачем? По следам каким-то, но вот. Офигеть, это маскировка! Офигеть, у них подводная база и замаскированная. Капец. То есть следы были реальными. Офигеть, у них технологии просто. Next level, next gen технологии у этих помощников Крейвена. Офигеть. Ой, блин, дроны заметили наше приближение. А, опять эти щитовые. Да, да, да. Откуда у вашего лохматого босса такие технологии? Ух, блин. А нельзя просто сказать, не знаю. Вот именно. Чёртовы птицы, блин. Сюда иди. Давай. Арбалетчики чёртовы. А, кстати, куда ваш босс дел Каргана и Ли? Твоих преступников? Они рядом. Наслаждаются свободой. А, тогда все в порядке. Лови стрелы в лицо. Сюда иди, птица. Хреново. Где еще этот арбалетчик? Я ж с тобой разобрался вроде. Неужто ты такая крепкая? Блин. Надо бы осмотреться. Это у них здесь получается по городу, где угодно могут быть эти склады, укрытия и так далее. Может, получу какие-то ответы. Ух, блин, запустил еще одну птицу. Давай, птичка. А, теперь он ее контролировать может. Покажи, где гнездо. Ага, он запустил ее, чтобы отследить основную базу. Я буду скучать этим гонкам в Эмили Мэй. Этот адреналин, когда город становится твоей личной полосой препятствий, никогда не надоедает. Но заниматься настоящей наукой за настоящие деньги... Да уж. Неужели у меня настоящая работа? Главное ее не профукать, Питер. Потом помечтаешь о научной карьере. Ух, блин. Насквозь пролетел этот билборд. Ух, блин, эта фигня теперь она в нас и стреляет еще. Я думал, хоть вооружение он не у нее выключил. Да, блин, Питер. Не тупи. Так, мы эту фигню вообще не догоним. Это что, рельсотрон? И он правда работает? Рельсотрон? Что это за фигня? Это пушка так называется? На этом дроне. Ой, блин. Летишь, а не уйдешь. Давай, Питер. Ускоримся. На крыше, что ли? Мне кажется, птица там остановилась. Да, и тут еще одно укрытие. Блин. Аккуратно. Угу. И не поспоришь. Блин, опять эти твари с ножами. Уже второй маскировщик. Сможет ли мой костюм выявить их частоты визуализации? Ну, надо будет настроить. Не вижу тут вашего босса. Где он прячется? Хочу поговорить с ним о его жизненном пути.
Ты не достоин его внимания! Да. Настолько вы его уважаете, да? Щит сюда дай. Ай, даже не надо. Можно и щитом тебя сюда приволочь. Отлично. Да. И где же твой босс? Так. Что тут у них есть? Нет, ящик просто кинуть. Есть тут какая-нибудь информация? А вот и дрон. Робот? Может, я смогу что-то выяснить? Так, ладно, давай посмотрим, что тут. Может, перепрограммировать их получится? Ровно так же, как и тебе. Это где-то... Ага. Опа. О, вот где ты живешь. Это какой-то район города. Капец, рука зацепилась. Отпусти меня! Ну же! Покупал билет на этот рейс! С чего вдруг ее так переклинило-то? Капец. Скину координаты МДЖ. Пусть попробуют выяснить, чье это здание. Ну и куда теперь? Ну, туда, куда эти координаты указывают, наверное. Такой-то склад и какая-то старая китайская башня рядом. МДЖ, ты получила координаты? Они здесь тренировки проводят. Это бывший рынок. Угу. Владелец умер в том году, здание быстро продали. Стоп. Покупатель. Это фирма-однодневка, которая скупает недвижимость по всему городу, целыми кварталами. Я хотела написать про них статью, но не вышло. Все, с кем я говорила, исчезали. Идите займитесь делом. Мы скоро отбываем. Ага, тоже. К чему-то масштабному готовиться. Вот и выясню. Удачи. А, по стелсу будем действовать? Надо убрать по-тихому. А остальные охотники? Их заслоны установлены. Связь подключена. Мы готовы. Отличный город для охоты. Если вы нападете на... не со... на врага со значком опасности, соседние враги также поднимут тревогу. Да, чувак, я играл в первую игру. Я умею это делать. На. Да господи. Я что-то слышал. Все, теперь можно ее сцапать, как только он отвернется. Все... Ребята, я в первую игру играл, дайте мне поиграть. Так, эти готовы. Стелс также реализован. Ничего такого нет. Лихо ты. Выяснил что-нибудь? Две вещи. Они называют себя охотниками. И еще у них у всех разные акценты. Зарубежные наемники? Я подумал о том же. Так и есть. Готовый сюжет для статьи. Пишу прямо сейчас. Спасибо. А, кстати, о работе. Я принял предложение Гарри. Фантастика! Мы это отметим потом, когда закончишь с нынешней работой. Обязательно. До связи. Так, как туда попасть-то? Почему туда не работает этот? Или туда заглянуть надо? Что не так? Найти вход. Вот я его нашел. А, сама анимация должна была сработать без моего участия. Сюда иди. Оп. Вот так. Все хорошо. Не спеши. Как? А как присесть? Нокаут рукопашный. Снаряжение. Жаль этот, разных видов паутины также теперь нету, как и в первой части. Они бы очень помогали бы. Странно, что их нету, или я не могу найти их, не понимаю. Нокаут со стены, сюда идем. Подруженька моя. Слона не выходит на связь, а паук был замечен в вашей зоне. Готовьте зверей. Зверей? Сейчас. Интересно. Ты их лидер? Этот готов, отлично. Где он нашел тебя? На Аляске. Я выслеживал браконьеров в заповеднике. Ага. Но, по мнению начальства, был с ними слишком жесток. Он по всему миру искал своих охотников. Любопытно.
Где еще? А, уже все, всех победили же, а чё? Привет. Ну-ка, чё тут у нас? Запись заслона, на котором я был. Похоже, у них есть и другие. По всему городу. Отправлю Ганге. Он поможет найти это место. Отлично. А теперь нам бы пора свалить. Зачем? На нас, скорее всего, находится. Звери? Неспроста их охотниками, видимо, называют. Тоже хочешь есть? Так, это готово. О, арбалет. О, это мне? Вы так добры? Опа. В кого из... Ух, блин. Прочный и гибкий. Как паутина. Интересно. Ага. Класс. Можно будет этими пользоваться. Можно будет ими пользоваться в дальнейшем. Создать гаджет новый. Пора посмотреть на мою новую игрушку в действии. Окружающие базы подключены. Ага, паутинная нить. Маскирующее поле работы. А, ух ты, самолёты, прикольно. Дроны, копти, боеприпасы, пайки. Хм. Некоторых поставок еще нет. Так, брат, идем-ка сюда. О поставках подумаешь потом. Эти парни снаряжены получше некоторых армий. Этот Крейвен или богат, или со связями, или и то, и другое. А, скорее всего, и то, и другое. Учитывая то, на кого он находится. Так, подожди-ка, не туда мы прицелились. Она не собирается. Черт. В столб, что ли, воткнуть? О, отлично. Ага. На себе, а не на окружающем. Можно стать как бы. Возможно. Так, где еще противники? Вон там одна девушка. Внизу еще парниша. Сюда можно выстрелить? Да, можно. Я до сих пор отлично. Не знаю, кто был твоим выбором после Волгограда. Его имя недостойно упоминания. Упс, 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 упс. Так, смотрим. А, блин, спалил. Вся. Черт. Что это за дрянь? А, блин, все, уже поздно. Постался работать. Видимо, да. Отбивайся! Так, ладно, давай. Этих парней с ножами вырубим так. А потом будем с обычными разбираться. Берегись паутины! А, поздно. По крайней мере для тебя. Так, эти готовы. Какие-то ловушки у них, мины пропиханы. Понапиханы везде. Черт, с ядом. Чтоб вас... Блин. Неужто дверь такая крепкая? Лаборатория? Хм. Интересно. Что это? Галлюциногены. Этого у Скорпиона. В яде Скорпиона. Да уж. Если у Крейвена это есть, значит... Ах. Это же... Тиара Апитай. Что это? Одно из редчайших растений на планете. Его целебные свойства просто удивительны. Ага, это антидот к яду Скорпиона. Сделать противоядие от яда Скорпиона. Но билет в Райотею был слишком дорог. Но не для Крейвена. Ага.
Они ищут способы, как потом в открытом бою с ними сражаться. Доктор Фарли Стилвелл. Это из-за его опытов Скорпион получил свои способности. Крейвен подготовился. Да уж. Свою домашку он делает хорошо. Молекулярная биология и биохимия. Тема диссертации – неогенетика. Размытие грани между животным и человеком. Исследовал возможности изменения человеческого генома с помощью ДНК животных и механической биомикрии. Термин неогеника введен Стилвеллом и не употребляется на общем сообществе. Так бы... Ага. Уволен за хищение лабораторного оборудования. Интересно. Откуда у Крейвена все эти данные? Ага, это этот? Данные по Мартину Ли? Тетя Мэй очень гордилась, что работала в пире. А Ли столько натворил. Надеюсь, что не все, чего он касался, безвозвратно испорчено. Да уж. Маска внутреннего демона. Да. Это сильная банда, которую возглавлял Ли. Надеюсь, Крейвен не пытается провернуть то же самое. Я думаю, он просто исследует его возможности. Кровь Ли. Наверное, хочет узнать, откуда тот взял свои силы. Скорее всего, так и есть. Не, такие же ему не нужны. Я думаю, он как охотник, реально. Интересно вести цель не охоту никогда, там животное просто стоит и смотрит на тебя, а реально интерес в охоте для него, для самого Крейвена. Так что я думаю, он ему даст полный охренеть возможности им, полную свободу, чтоб в дальнейшем этот на них реальную охоту объявить. Точная копия. Наверное, искали в ней слабые места. Это броня Скорпиона? За Скорпионом лучше перестраховаться. Секундочку. Да, это похоже на броню Скорпиона. А, еще и секретная дверь какая-то. Только посмотрите. Упс, аккуратно. Не так громко. Привет, Джей. У меня есть еще одно имя. Крейвен. Похоже, он их лидер, и он устроил какую-то охоту. Крейвен охотник. Ага. На кого он охотится? Не знаю, но в этом на пауков, скорее всего. Можешь поискать про него что-нибудь? Вайбелей. Территорию патрулируй дроны когти, чтобы вас не заметили, я не успел прочитать. Говорят, Скорпион тебя не впечатлил. Не то, чтобы не впечатлил. Он делает ставку на галлюциногены, играет со своей добычей. Совсем не мой стиль. Но... Так, с дроном разобрались. Так. Здесь кто-то есть! Проверить! Прикройте меня! Ага. Они нас ищут. Дополнительная возможность от них избавиться. Парочки еще. Мина-ловушка опять сработала с ядом. Блин, они свою территорию нормально так. Я надеюсь, я не спалился. Так, тихо, вроде тихо. Нормально. Непонятно что-то. Так, ладно, давай на тот столб. И отсюда ее схватим. Блин, капец, в его армии много девушек. Ну, охотничьи инстинкты, видимо, у них развиты. Причем очень хорошо, видимо, развиты. Сюда иди. Отлично, готов. Еще один. Ничего, проспишься. И то правда. Так, давай туда. И давай провода на тот столбик проведем. Угу. А я не могу опрокинуть эту фигню? Могу. На. Отлично. Блин, они группами действуют. Ну-ка, оп. Ладно. Отлично. По одному будем с вами разбираться, блин. Так, сюда. Хорошо.
Пошла. Я разберусь. Как так вышло? Ну вот так вот. Охотник пропал. Потому что на вас охотится другой охотник. Охотник, охотники стали добычей. Что человек-паук сделал со своей жертвой? Это сверху. Поздно ты об этом подумал, брат. Надо было раньше. Видите кого-нибудь? Так. Нужно проверить патрули. Ты пойдешь сюда. Готово, отлично. Ты хочешь спать. Еще двое пришли. Так, и сюда давай. Паутинку проведем. И по одному с вами разберемся. Так, сюда. Хорошо. Прием. Сюда иди. Никуда тебе не нужно выдвигаться. Так, это последнее, я так понимаю. Отлично. Да, это последнее. Охотница, ну-ка давай посмотрим, что там у вас в компьютерах. Теперь нужны ответы. Итак, Крейвен, что же ты ищешь? Стоп. Черную кошку он ищет. Скорпион или это, я могу понять. Но сзади него животное. Черная кошка? Какая-то пантера, охренеть, металлическая пантера. Зачем? Что за хрень? Что за хрень? Тебя не учили, что кусаться это плохо? Явно не учили, охренеть, хана. Сильная. Хорошая собачка, киска, робот. Да уж. Непонятно, что это за фигня. Давай, Питер. А ну, песик, на место. Лежать. Ой, еще один. Еще два. Ёперный театр. Ладно, вот собачки, поговорим с вами по-плохому. Да, черт. Плохая киса. Место! Ай, черт. Блин, какие же вы сильные. Вашу ж машу. Чё за... Ой, черт. Импульсная атака зверя. На. Псина. Вот это. Ну, готово. Сейчас взорвется тоже. О, отдел по контролю за животными. Наконец-то. Сейчас взорвется, походу. Осторожно! Нагиб, перекат, умри! Нагиб, перекат, умри. Неплохая серия приемчиков. Этих псов явно надо мы их научить. Ну, лег. А, ладно. Хотел что-то умное сказать, не получилось. Остро умное. Слушайте, было бы куда проще, если бы вы просто все мне рассказали. Еще двое сверху лезут, да? Блин, еще одна собака. Еще две собаки, а еще три собаки, вашу ж машу. Откуда у вас здесь столько? Ух, на куски разорвали, хорошо. Да ну нафиг. А, черт. Да вашу ж... У, черт. Псина. Лежать. Сволочь. Блин, собаки вообще сильные, капец. А еще с этим не разобрались. Ладно, последний удар в лицо. Блин. Снаряжение.
Блин, снаряжение так много, и деньги на него... Столько денег, наверное, было на это снаряжение потрачено. Капец. Скорпион, Мартин Ли, черная кошка. Этот сервятник. Всех звезд. Что за фигня? Это видеозапись какая-то? Любопытно. Видимо, скорпион сбежал от его охотников. Не, видимо, он до сих пор здесь. Ух. О, не будь так уверен, учитывая, что он нашел противоядие. Я был не был так уверен. Ух, опять капец, наконечник оторвал. Капец. Это все, что ты можешь. Ух. Говорили, ты сама смерть. Представь, как я разочарован. Капец, он его завалил просто. Жестяк. А Крейвен не играется, слушай. Злодеи нужны ему не как помощники. А как добыча, да. Фелиция. Да уж. Капец. Я, конечно, не ожидал, что все будет настолько, но что жестко. Я не думал, что он его прям возьмет и убьет. Где же ты? Ты готов? К чему готов? Серьезно? Он придет, а ты завис в интернете. О, господи. Ее новый бойфренд? Никто уже не говорит «завис в интернете». Майлз, ты можешь одеться? Ладно, ладно. Ты взяла любимую помаду? Он правда так тебе нравится? Майлз. Извини. Получишь дела. В следующий раз обещаю, я... Майлз. Люблю тебя. Извиняй, мама. Работы много. Ай, блин, ноутбук не закрыл. Ай. И тебе бы, мамаша, лучше дверь его в комнату закрыть, чтобы твой бойфренд не узнал, что он Человек-паук. Ладно, что там? В общем, я нашел базу этих сафари-пиратов, или охотников, как они себя зовут. И имя их босса я тоже узнал. Крейвен. И он убил Скорпиона. А еще у него целый список злодеев. Стоп, что? Так значит, Ли? Не знаю, но список длинный. Это о них предупреждал Марко. Они охотились на песочного человека. Да ладно! Фелиция тоже в их списке. Ты про черную кошку? Вот именно. Если я скажу ей, что она в опасности, она отмахнется. Но может послушать того, кого не знает? Если МДЖ вышлет тебе адрес, сможешь заняться этим вопросом? Сделаю! Спасибо большое.
Мне надо немного остыть, но ты звони, если что, и мы найдем Ли, Майлз. Обещаю. Это по-любому. Ладно. До звонка МДЖ еще есть немного времени. Как дела у нас в районе? Так. Видимо, не лучше. Не очень круто. Так, ладно. Закончим этот бой. И потом... Блин. Ты тварь. И, наверное, на этом уже закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Видео сейчас выходит очень регулярно, почти каждый день. И... Также ставьте лайки, пишите комментарии, если вам есть что сказать. И делитесь этим видео с друзьями. Бля, охотники приперлись. Ух, блин. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы помочь каналу в развитии. Я буду очень вам благодарен. И закончив этот бой, мы закончим эту серию. Что у вас? Твари. Так, надо разобраться с ней, пока она свои ножи обратно в руки не взяла. Держи подарок! Полетай. Никого искать не надо, я сам тебя найду, придурок. Отлично. Ладно. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии. Пока. Стоит поискать убежище охотников.